5 июня 2009 года. Визит в центре Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Ураевского монастыря открылась экологическая выставка «Вторая жизнь упаковки». Материал, который называется полипропилен. А щетина сделана из 100% пластиковых бутылок, или как еще его принято называть в науке, полиэтилен терефталата. Цель выставки – демонстрация новых возможностей, которые дает переработка отходов. Кроме работ участников детского конкурса, были представлены различные товары народного потребления – одежда, канцелярские товары, предметы домашнего обихода, изготовленные из переработанных отходов российскими и иностранными переработчиками. Профессиональный день эколога. Я от души поздравляю всех с этим праздником, желаю здоровья, благополучия и самые добрые искренние пожелания. Данная выставка – продолжение экологического проекта по воспитанию бережного отношения к природным ресурсам. Первая подобная выставка открылась в 2006 году в Политехническом музее в Москве. Кроме того, экспозиция побывала в 7 регионах России, включая Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Орел и Екатеринбург.